2 июля. Картошка с запозданием в этом году у меня пошла позже. Все опаздывает почти на месяц. Вот это нежданчик фацелия. Похоже, с сеном завезли стюкованным мне зимой. Насколько она у меня запущена на сегодняшнее число. Заросшая. 4 дня надо было выждать действия яда, не заходить. Но тут еще и другие работы есть. Так, это ПНДшка. Тройничок. Капелька. В этом году мне мыши повредили капельную ленту. Ну, пришлось добавить новой, тонкую. В одном месте рвануло ее давление. Поставил слабенький насос. Не хватило давления на все поле. Поставил помощнее, в одном месте вот разорвало. Вот она, красавица. Вроде бы ее рекомендуют для того, чтобы разрыхлять почву садить. Наверное, сиддират хороший. Но так есть некоторая уже бледность. Ну, по-хорошему, конечно, 12 июля у нас всегда подкапывают картошку. Ну, моя не будет готовая к этому времени. Надо прорывать. С кукурузой проблемы. Вон зато красота какая. Три дня горело сено лишних. Наконец-то собрали и затюковали. 2 дня ветер замучил, холод страшный. Вот надо в середке кусты. Вот земля, все видно. Вот это все надо закрывать. А я пока еще не успеваю. Но погода... Ужас, какая, ветер какой. С севера холодно. Ночью было 12 градусов. Да где? 10. В 4 часа утра. Сейчас 20 держится. На ночь каплю включу. Все-таки есть элемент подвидания картошки местами. Надо полить немножечко. Картошка по-прежнему в заросшем состоянии. Хороший клевер, неплохая фацелия. Начнем. Не сегодня, а завтра начнем прорывать. Приводить в порядок ее. Даже осод готовится к зацветанию. Вот такие дела у нас творятся. Это падалошная картошка взошла здесь по кукурузе. Я уменьшил плантацию немножечко картофеля. Один черт не успеваю. Но кукурузу приходилось после холодов восстанавливать. Сильно заросла пырьем, выбивать, то есть кукурузу не бросать, огород бить, бить и бить. Супруга у меня уже, можно сказать, не в состоянии заниматься огородными делами по причине здоровья. Вот мой маломощный насос работает на капельный полив. Минимум 10 часов буду гонять. Пусть
охлаждает картофельную грядку. Немного ветрено. Обещают дождь, и был вот дождь. Возможно, гроза. Прорвал я, короче говоря, за несколько дней свое картофельное поле. Немного с опозданием все. Но все равно поздние сорта еще. Ого-го. А вот более ранние пожелтели и уже, так сказать, скоро к выкопке дело будет. Фацелия. Очень интересный сорняк. Ломается прям как стекло. Мне аж понравилось. Перчатки с осотом бороться. Вот такого типа я применяю. Более-менее они относительно дышат. И в то же время иногда бывает вот в трещинке прокалывает. А так нормально все. Ну, теперь будем ждать урожай. Урожай, надеюсь, будет неплохой. Но, конечно, хуже, чем в прошлом году. По ряду причин. Таких, как не вовремя, все равно я произвел некоторые операции. И плюс поливная система рвалась в двух местах, подвела. Некоторые ряды не до конца были политы. Вот такая вот проблема. Некоторые междурядья до конца не были засланы таким вот материалом. Как есть, пришлось оставить. Вот, картошка есть, но тут сверху вот мелковато она. Может, глубже там покрупней. Но все равно вот это прореха. Вот это надо все укрывать от солнца, чтобы она потом не израстала. Картофель был нормальный. Не в перегретой почве лежал. Перегретой он и гниет сильней. И, короче, идет на израстание в подвале. Так называемая похохлячая матерка.